До нас доходят известия о поездах, сошедших с рельсов, горящих зернохранилищах и о варварской атаке на гидроэлектростанцию в Дистрикте 5. А что они с тобой сделали? Умоляю, остановитесь. Будьте людьми. Мы прерываем вашу ежедневную порцию лапши на уши и представляем вам... Это он, это наш ролик. Браво, Битя. Китнес. Он видит его. Китнес, это ты? Бит. Китнес. Пит, продолжай, пожалуйста. Ты рассказывал о варварских нападениях. Да. Атака станции — это подлый, бесчеловечный акт разрушения. Время предвстреча, милые глаза. Подумайте, чем это закончится? Кто останется после нас? Выжить будет невозможно. Кто теперь в безопасности? Никто не в Капитолии. Ни в одном дистрикте. Они идут, Китнес. Они убьют всех. К утру в 13-м уничтожат всех! Он нас предупредил. Это не по сценарию. Да, ты прав. Его надо спасти, пока его не убили. Что на радарах? На радарах чисто, мам. Он был во дворце и мог что-то подслушать. Возможно. Объявить воздушную тревогу.